А что, это уже снимаю, да? Короче, мы тут уже это... Рабочие вы есть. Так вот, да. Едем хрен знает куда, хрен знает зачем. Мы поехали в одно очень такое знатное, значимое место питерского автоспорта. А куда мы поедем, я вам не скажу. Приехали куда-то. Да. Нам туда? Может, прям так зайдем? Нас потом... Ходим тут. Короче, идем мы смотреть автобус. Решили прикупить? Да. А это не академик или... Нет? ЗИЛ. Да, конечно, работы здесь будет очень много. Это будет прям пипец. Итак, мы доехали. Тут вот стоит такой вот автобус ДДКБ. ДДКБ. И мы его вроде как собираемся клеить. Так, короче, приезжаем сюда и живем неделю. И будет красивый автобус. Ну что скажете, друзья? Да, охуенно. Да, можно на пару деньков зависнуть. В таких красивых местах. Да, просто строим сложное. Просто клеим сложное. Делаем невозможное. Делаем невозможное. Так что, ребят, обращайтесь к нам за клейкой. Короче, друзья, мы сейчас едем, да, действительно, оклеивать автобус, точнее, подготавливать его под оклейку. Это будет интересная серия, вам понравится ее смотреть. Так, парни пошли пешком через пешеходную проходную. Я проехал на машине через проезд. И теперь осталось понять, как туда попасть. Охранник открыл багажник, сказал: вы куда, ребята? Да, автобус тут один оклеить. Всего-то на все. Ну, в общем, мы на базе. Даже техничку загнали сюда. Короче, мы приехали на объект. Ребята взяли, обознались. Думали, ЗИЛ академик. Жестоко. Очень жестко. Короче, сейчас мы будем подготавливать автобус к оклейке. Заделаем все нюансы, все косячки. Сейчас покажу даже какие. Вот, например, вот тут пленка поднялась, это все отрежем, углубим, и будет, короче, пушечно, бомбочно, шикарно. А так в целом как-то так. Ну вы, короче, поняли, да, друзья? Сейчас бульк туда. Хватит, блин. Хорош. Все нормально. На всякий случай оставим. Тут стоит автобус. Парни его уже прорезали, все зашибись, все огонь. Вот.
Пойдем посмотрим с вами вместе, что они там будут делать. Ножом проще. Вы все сломали, да? Что сломали? Ничего не сломали. Короче, у нас тут уже происходят опасные номера, и мы решили заснять, показать, запечатлить, так сказать. На, держи. Чувак, ему отдать, да? Нет. Нет? А? Здравствуйте. Что там, как, нормально? Ну, тебе надо... А у тебя нож с собой там? Прорезать. Ну, можно заодно приклеить. Вот эти резать, да? Да, да, да. Сейчас мы тебе еще праймер туда закинем. Я же тебе говорил, ты самый легкий из всех. Ложись и стесняйся, загорай. Так его, наверное, мыли просто. Даже сверху. Оклейка с высотными работами, пожалуйста. Мне кажется, пора туда тоже залезть, присоединиться, мазать праймером. Я туда буду слезть. Ты спускаешься? Или тебе там понравилось? Тебе там понравилось? Я думал, ты кинешь. Старая пленка, в общем, нагревается, ложится, потом поверх будет просто ложиться заплатка в виде вот такого вот. Издалека, в принципе, ее не видно, да и она потом, когда приклеится окончательно, ее будет даже не видно, в принципе. Сейчас пока вот, да, занимаемся вот этим.